Твою мать, кто это сделал? У меня нет ничего ценного. Боже, боже. Наверное, залатывает. И что мне теперь делать? Так, ладно. Давайте заглотнем и посмотрим, что у нас тут произошло. Я так понимаю, нашу хату кто-то вынес. Бля, даже пиццу украли. Вот это падла. Ладно, давай разбираться. Наверное, в спальню, да? Так, проверю шкатулку. Ага, шкатулка в спальне. Твою мать. Ну, приехали. Только этого мне не хватало. А если это был кровавый Пит? Ну, единственное, что у нас похитили, я вижу, это только бабосики, да? Что произошло? Нас ворабили. Что я могу делать? И что я могу сказать? Не, дай посмотреть. Так, перевернуть. Дай перевернуть. Ну да. Нас с вами ограбили, ребята. Где? Нужно принять таблетки. Надо собраться с мыслями. Так. Нужно будет сообщить об этом в полицию. Господи. Почему соседи этого не сделали? Позвоню Стивену. Стивен? Джек, я же сказал, что больше с тобой пить не буду. И не поэтому звоню. Хотя выпить мне бы не помешало. Кто-то обломался мою квартиру. Что? Есть свидетели? Ты уже звонил в полицию? Свидетели? Не думаю. Они или не приедут, или не свяжутся со мной, да? Что касается полиции, я прямо сейчас звоню офицеру. Ладно, хочешь, чтобы я осмотрелся, поискал улики? Ну, не знаю. Наверное, нет. Если честно, у меня нет сил с этим разбираться. Хочу просто лечь и не вставать. Уверен? Думаю, да. Прости. Просто хотелось успокоиться. Не знаю. Похоже на какой-то дурацкий розыгрыш. Украли только деньги. Деньги? Из вещей Элис? Твою мать. Слушай, я заеду к тебе. У меня есть ключи. Я к тебе загляну, я смотрю квартиру. Сейчас иди ложись спать. Не надо, Стивен. В последнее время я сильно устаю и не могу сосредоточиться. Может, я просто забыл запереть квартиру, когда уходил на работу. Я не знаю. Я тебе сообщу, если что-то пропало. И позвони в полицию. Хорошо. И перед сном убедись, что ты запер дверь. Если завтра обнаружу что-нибудь странное, дай мне знать. Кто бы это ни сделал, не думаю, что человек настолько безмолвен, чтобы возвращаться назад. Надеюсь, ты прав. Берись, Джек. Звони, если нужна будет помощь. Конечно. Обещаю. Спасибо, Стивен. И прости еще раз за беспокойство. Вся моя жизнь в последнее время сплошной самбур. Каламбур. Спокойной ночи. О, нормально. Мы сейчас будем с привидениями общаться, да? Что? Наверное, нужно это убрать. С чего начать? Давай с вешалки начнем. Этим можно заблокировать дверь. Ну, конечно, если у тебя дверь просто на распашку открывается, ля. Ладно, пошлите спать, я думаю, ничего плохого не будет, правильно? Шучу, шучу. Сейчас мы с вами поубираем. Так. Вот так. До сих пор не понять,
Что Элис нашла в этой картине? Надо бы это убрать. Я точно не собираюсь делать ремонт в ближайшее время. Джек, почему? Наверное, я просто устал. Черт. Надо заменить стекло. На сегодня достаточно, с ног валюсь. Все остальное уберу утром. Всем доброе утро. Мне нравится, как он приводит. Наверное, вздыхает. Так, ладно. Это мне не надо. Пошли смотреть. Надо принять таблетки. Мне начинает казаться, что они никогда не закончатся. Все, хватит. Одевает. Тут никогда не будет чисто. Надо переодеться и ехать на работу. Так, сменить одежду и выйти из квартиры. Хорошо. Опять опоздаю. Блин, а я не хочу зеленую рубашку, хочу красную. Ну ладно. Хотя не, у него толстовка прикольная слева была. Так, ключи, документы, все взял. Пора идти. Не забудь запереть дверь, Джек. Может, соседям что-нибудь видели? Спрошу их завтра. Интересно, Ридли починил кофемашину? Давайте на лифту. Хотя здоровый образ жизни, все дела. Ладно, пошлите по лестничке. Так что ты тоже не ленись. И спускайся по лестничке. Так, угу, вот еще ниже. Блин, неужели мы сейчас опять будем с вами заниматься работой? Если да, то как бы не прикольно. Хотелось бы какие-то уже приключения, хоррора. Возьму лучше кофе где-нибудь по пути. Блин, игра вроде хоррор, а из всего страшного, не знаю, в принципе, ничего не было. Хотя не отключение света, типа, пугающе было. Итак, мы приехали. Глубоко вздыхает. Интересно, кого Стивен сегодня привез. Доброе утро, мистер Рипли. Еще нет? Ладно, не страшно. О, бонжур. Не понял. Так, а можно чуть повернуть правее? Спасибо. Почти приехали. Теперь самое сложное. Нужно переложить тело. Где Ридли, когда он мне так нужен? Хорошо. Надену фартук, перчатки и могу приступать к работе. Так, давай фартук. И давай перчатки. Мне понадобится диктофон. Угу. А диктофон где у нас находится? Ага, вот он. Дата 22 ноября 91 года, 19:32.
Вскрытие проведет доктор Джек. Ну? А, сначала документы, да, потом вскрытие. Для начала установим личность женщины. Так, давай смотреть. Ее зовут Харпер. Тело найдено в колодце, Конор положит ее соседям. Уже неделю как объявлено пропавшей без вести. Также известно, что в Париже было диагноз биполярное расстройство. Было назначено лечение, но она его бросила. Так, Ричард же был последним человеком, который общался с погибшей. Последнее сообщение, Харпер. Я им засру этот тупой колодец. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Неплохо. В отчете полиции также указано, что миссис Харпер и ее соседи не было покоя. А никому не было покоя. Особенно часто что? Что-то там, часто. Firefighters found the body after the Chelsea family began complaining that their tap water tasted strange, and at one point had begun to smell and turn a dark color. Вызвали полицию за то, что привкус воды был не очень. Все, мы все посмотрели. Вроде да. The most important task in forensic identification of a drowned person is to distinguish whether the death occurred before or after entering the water. Так, у утопленников типа проблема узнать, до того они упали в воду, либо после. Неплохо, могло быть хуже. Так, очень осторожно раздену погибшую, чтобы не повредить кожу. Ага, потом мы будем ее фоткать, насколько я помню. Так, мне понадобится камера. Камера у нас тут находится. Давай сюда. Да, ребят, половину сейчас зачитывать не буду, потому что реально уже третья серия подряд, я уже задолбался. Так, тело очень вздутое. Давай смотреть. Сначала нужно издалека это сделать, насколько я помню. Так, надо, чтобы полностью все тело влезло. О! Так, давайте пузика сфоткаем. Не, ближе надо. О, хорошо. Так, трупные пятна. Их можно заметить на спине, бедрах и икрах. Так, одно из шести. Хорошо. Тихо. Так, на шее следы кровотечения и синяки. Так, дальше. Дальше руки, да? Не, на ноге что-то тут. Так, скорее всего, после того, как тело покойно достали воды, его что-то там положили. Так, ноги. А, ля, какие. Ага, ноги нам не надо, да? Или надо? А, не, надо. Так, тело пробыло много времени в воде. Так, еще две фотки. Колени, руки. О, руки. Так, кожа снимается с руки, словно перчатки. И последнее. Так, на коже очень видны царапины. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Теперь нужно установить камеру. Да, правильно. И заняться всем тем, чем нужно. Так, после предварительного осмотра настало время заглянуть на тело поближе. А, мы даже снимать не будем, да? Понял. Хорошо. Проведите вскрытие.
Так, умершая была одетая. Тело начало гнить. Так, а смотри, все, что вызывает подозрение. Нам нужно для этого лопа будет. Давай. В рту покойная густая белая пена. Отека легких появилась из-за этого. Хорошо. Так, что у нас тут на ручке? На коже царапины. Большая часть локализована на спине. А, умершая могла получить их при падении, наверное. Ну, либо с кем-то она дралась. Пятна фиолетовые и синие, верный признак смерти. Трупные пятна появляются в результате гнения крови. И таким быть. Так, никаких видимых следов в борьбе. Окей, и осталась ножка. Где ты? Вот и носика моя. Ой, какая красивая пяточка. Есть у нас тут утучистые, или как они их называют. Кожа, перчатки. Думаю, можно отложить лупу и двигаться дальше. Так, отметить повреждения на планшете. А планшет у нас где-то, по-моему, наш шифт, да, вот тут. Давай, раз, два, три, четыре. Сейчас мы будем выяснять, какова причина смерти. Так, возможная причина смерти. Падение, утопление, вмешательство третьих лиц. С этим все. Так, что мне нужно? Лампа. Вроде не. Так, взять еще данные инструменты, которые понадобятся для снятия отпечатков пальцев. А где мой чемоданчик? Ага, вот мой чемоданчик. А этим мы еще с вами не занимались. Когда труп разлагается, кожа на пальцах начинает морщиться. Нужно использовать глицерин и воздух. Так, хорошо, все. Ага, с другой стороны, да? Давай. Так, ввести глицерин в окончание пальцев покойной. Это для этого, наверное, мне надо понадобится иголка, да? Так, хорошо. Раз. Блин, как же неудобно это двигать. Два. Три. Все, еще два пальчика. И мы с вами справились. Так, теперь мне нужна кисточка. И чернила, да? Так, нанести краску на ладонь. А, вот как. Достаточно. Ну давай еще чуть-чуть. Так, теперь сниму отпечатки пальцев. Ну давай еще чуть-чуть. И, о, нормально. Давай, листочек. Так, отойди от тела. Так, воспользуйтесь факсом, чтобы загрузить отпечатки в систему. Так, нажимаю на зеленую кнопочку и поехали. О, пончики, я даже не заметил.
Так, теперь в компьютер, да? Проверить базу данных. Так, обнаружено данные. Загрузить. Угу. А теперь ищем совпадение по базе. Чувство долга. Мне тут с этим возиться, да? Сопоставить. Не, не подходит, да? Нет. А это возможно, да? Так, погоди, что тут нужно делать? Так, сравнение по базе данных. Вот анализ. 125.12. А каким образом это делать, ребят? Так, анализ. Нет, не хочет. Анализ не хочет. Я без понятия, как это делать. Ага, вот так, да? Понял, нужно просто было... Анализ. Так, нет совпадений. Хорошо. Понял. Перетягиваем просто это вот сюда и... Анализируем. Нет совпадений. Хорошо. Вторые отпечатки. Вот эти вроде похожи. О, совпадение на него. Отлично. Дата рождения 56-го года. Так, умерш оказала Харли, да? Так, распечатаю, что-то забрать результаты из факта. Хорошо. Все, можно выйти. Отлично, можно возвращаться к осмотру. Окей, продолжить открытие. Давайте, ребят. Харпер. С помощью шприца взять образец для анализа на содержание диатомии. Через носик, да? Так, посмотрим под микроскопом. Так, нужно настроить микроскоп и разместить в центре только под микроскопом. С помощью микроскопа проверить наличие. А что тут надо? Отлично. Так я могу видеть. Так, яркость. О, смотри. Так, ну еще отрегулировать. Идеально. Дело не в фокусе, да? Ну все? Или не? Или нужно уменьшить чуть-чуть? Идеально. Я, честно, без понятия, что мы с вами делаем. Так, образец. Линза не грязная, нет. Идеально. А тут? А, все. The presence of diatoms in the brain samples taken indicate that the deceased was certainly alive when she fell. Так, она была жива, когда упала в колодец. И еще находилась в сознании. Продолжить проведение вскрытия.
Studies of the rest of the organs will most likely confirm this hypothesis. Так, указывает, что жертва была в сознании, когда попала в воду. Так, выбираем скальпель, сделаем разрез. Да-да-да, я буду очень аккуратным. Не поверишь. Из-за большой сенсы в игре скальпель реально вообще не, неудобно держать. Ну все? Да. Теперь открываем. Раз. Так, внутри органы увеличены. Теперь берем реберные кусочки. Чпоникс. Так, с помощью шприца взять анализы. Ага, будем, наверное, в центре фуги, да, работать. Легкие. Так, тщательно изучите органы. Погоди, а мы в центрифугу не будем засовывать? Не. Ладно, давайте изучим органы. И что будем изучать? Так, видно отпечатки ребр. Еще один признак утопления. Хорошо. Так, легочная ткань неэластичная, со значительно развитой эмфиземой. Так. Давайте сердечко, да? Или что? Ага, найдите ведро в кладовой для проведения теста. Хорошо. Окей, пошли искать. Ведерко в кладовую. Блин, вот это работа у типа. Ага, видели? Значит, меня не глюкнуло. Тут реально кто-то был. Кто? Кто тут был? Так, набери воду в лабораторию. Я же говорю, что тут кто-то был. Блин, надо было, наверное, таблеточки принять. Ну ладно. Так, тест на утопление. О, ё, господи. Ну, наконец-то начинается хоррор. Можно мне водички набрать? Где мне водички набрать? В ванной комнате, наверное. Тихо, тихо, тихо. Тихонечко. У меня есть ведро, я не побоюсь им воспользоваться. Падла. А можно мне водички набрать? Кто здесь есть? Как мне ставить ведро? Скальпель, это понятно, но мне реально надо же воды, наверное, набрать. Тест на утопление. Ага, вот. Набираем. Так, вода должна быть комнатной температуры, чтобы провести тест на утопление. Достаточно. Давай. Понесли. Ага. Взять легкие и прийти обратно. Мадам, вы не против? Я буквально легкое возьму у вас и не буду больше беспокоить, хорошо? Could also be a false result. In this case, however, it's about something else.
Выясни, есть ли в легких жидкость, вот из-за чего мы это делаем. Для того, чтобы лучше поместить органы в емкость с водой. Они либо пойдут на дно, либо будут плавать. Ну? До побачення. Ага, пошли на дно. Я так и думал. Легкие незамедлительно тонут. Кто смотрел сериал «Ганнибал»? Приготовим сейчас из легких что-нибудь понямать. Так, легкие типа могла попасть в воду, когда она пыталась вздохнуть. Теперь разрежу легкое. Так, давай потихонечку двигаемся вверх. Так, припереверить легкие. Ну все. Хорошо. Изучу жидкость под микроскопом. Если удается обнаружить 20 диаметров. Типа, что будем уверены, что она утонула, да? Так, посмотрим. Хорошо. Так, на что-то видно. Идеально, да? О, вот это оно. As expected. In solution, the diatoms are clearly visible. There are smaller and larger clusters of them. There will definitely be more than 20 of them. Тут больше 20 штук. Значит, мы были правы. Запишу-ка я все. Давай запишем. Пока ничего необычного. Все, мы закончили. Тщательно изучите орган. Хорошо, давай. О, мы что-то нашли. Нет никаких признаков инфаркта либо заболевания сердца. Хорошо. Будем разрезать. Так, что нужно делать? Пометку. Каким образом? Сердце. Она не хочет пометку делать. О, хочет. Сердце без признаков болезни. Хорошо. Так, время смотреть следующий орган. Зеленый на печени. Печень увеличена со следами масштабного кровоизлияния. Первичные признаки цирроза. Так, разрежу органы на доске. Хорошо. Так. Нам нужно вот сюда. И поехали. И вниз. The cross-section clearly shows dilated veins and many small hemorrhagic foci. I must admit that this is quite a feat, considering the rather young age of the deceased. Весьма печальное зрелище, судя по тому, что наша леди молодая. Наш патологоанатом говорит. Так, печень увеличена со следами масштабного кровоизлияния. Цирроз. Хорошо.
Теперь рассмотрим желудок. Ну, дай сюда. Ну, дай животик. С помощью шприца взять образец. Ага, понял. Окей. Ага, тщательно изучить орган. Хорошо, давай. Так, наверняка внутри много газов. Желудок увеличен, ткани раздражены. Так, препарировать желудок на доске. Ага, начинается вот это вот. Ну да, игра, спасибо, что мне надо и читать, и нужно аккуратно, чтобы до стенки не дотрагиваться. Чтобы мне в лицо вот это все не брызнула жижа. Так, желудок заполнен жидкостью. Проверим наличие диатомии. Так, нужно сейчас будет взять записную книжку и на центрифуге проверить. Говорит, что нужно собрать больше образцов, чтобы понять, что с ней случилось. Окей, последний образец. Так, заметки. Я не помню, где кого, что там надо. Так, угу, R читать. Подать запрос на доступ, полицейские данные, барбитуратов ткани, это не то. Что это такое? Диатномия, тут это вот, по-моему, оно, да? Скорость. Так, время 35 минут, скорость 25%. 35 минут, 25%. Так, давай, 35 минут, 25%. Все, запустить. Так, только не вставай, пожалуйста. Дай спокойно смену отработать. С помощью хромографа проверим. Так, поместить образец на стойку. Хорошо. Этим мы тоже занимались с вами в прошлой серии, насколько вы помните. Так, вот сюда. Давай на стоечку ставим, берем шприц. Так, объем на 3 миллиметра. 3-3-3, дай сюда. Раз, два, три, отлично. Все, отлично. Ну, хромограф, дай поместить. Все, поехали. Ага. Образцы от полиции и желудка совпадают. Так, ну что ж, теперь все очевидно. Я надеюсь, что на то, что что-то будет, что-то интересное, да? Так, теперь мы ее зашиваем, я так понимаю. Так, вскрытие желудка показало наличие жидкости наряду с непроверенной органикой, а не переваренной органикой. Так, крови наркотиков не обнаружено, хорошо. Так, тщательно изучить органы. Ага, какого? Трахею, да? Любопытно. Кажется, в трахее что-то застряло. Нужно положить на доску для полного изучения. Давай посмотрим. Так, нужно разрезать трахею аккуратненько.
совсем аккуратненько. О, все-все. Внутри. Обручальное кольцо. Интересно. Взгляну-ка. Судя по размеру, кольцо принадлежит женщине. Внутри гранировка. Моя прелесть. Голум, голум. Ладно, взять кольцо. Что? Какого черта? Это мое кольцо. Оно принадлежит Элис. Но как оно, как? Оно должно лежать дома у меня. Нервно дышит. Дома? Это я? Я? Все еще нервно дышит. Нужно проверить. Где таблетки? Где мои гребаные таблетки? Боже мой. Надеюсь, это поможет. Мне нужно домой проверить все. Боже мой. Мистер Ридли. Jesus Christ. А можно выйти? Спасибо. Я думаю, это не лучшее состояние, в котором можно сесть за руль, но ладно. Я нервно дышит, все еще нервно дышит. Нужно проверить. Все еще тяжело дышит. Это пытается отдышаться. Это бред. Где кольцо? Где оно? А вот так голым и превратился в того красавчика, который был в фильме. Пожалуйста, найдись. Его здесь нет. Так, позвони Стивену. Нужно позвонить. Бред. Черт. Возьми трубку, Стивен. Джек, что случилось? Они украли кольцо. Что? Какое кольцо? Ты о чем? Эти люди украли обручальное кольцо, которое принадлежало Элис. Подожди, ты про грабителей? Ты же сказал, что ничего не пропало. Да, я знаю. Я помню, что я сказал. Черт, у меня была паника. Я мог просто не заметить, но... Это еще не все. Джек, успокойся. Дыши глубоко. Что произошло? Я нашел кольцо сегодня утром на работе. У трупа в трахее. Ты можешь представить? Я вытащил кольцо из тела мертвой женщины. Что? Я не понимаю, что происходит. Право Пит хочет отомстить. Играет на моих нервах. Я же знал. Я с самого начала знал, что так и будет. Мне конец. Джек, послушай. Постарайся успокоиться и не выходи из квартиры. Я сейчас приеду, слышишь? Я уже собираюсь. Какому безумцу придет в голову такое? Как? И когда? Когда, твою мать? Это странно, Ридли пускает морг, кого захочет. Ты что-то сказал? Стив? Стивен? Поговори со мной. Черт. Боже мой, и что теперь? Все еще нервно дышит, ребят. Так, сесть за стол и налить себе выпить. Так, успокойся. Мне нужно выпить. А где стол? А, вот стол. Господи. Что за хрень происходит?
Еще глоток. Еще глоточек. То, что нужно. Господи. И все еще нервно дышит. Теперь глубоко и прерывисто вздыхает. Еще глоточек.